Больше як 9,5 тысяч человек звернулося во установы аховы здоровья краины с гололедными и холодовыми травмами. Статистика за первый зимовый месяц. Большинство отримали допомогу амбулаторно. Каля 1000 шпитализовано. У травмпункт первой Гомельской городской больницы за допомогой звернулося больше як 130 ахвяр зимового гололеду. 6 из них потерпели за первые дни Нового года. В основном люди поступают с травмами конечностей, ударами и растяжениями. В основном мелкие травмы, то есть повреждения связочного аппарата, голеностопного сустава, стопы, коленного сустава. При получении травмы лучше в ближайшее время обратиться в травмпункт или поликлинику по месту жительства в ближайшее время для получения лечения необходимого. Врачи дают рекомендации, выполнение яких да поможет позбегнуть падения и тяжких травм у гололедицу. Або таки одение повинны отповедать на дворью. Пересовываться на слизким тротуары треба повольно короткими кроками. Коли отчули, что губляете равновагу, лепш присесть, каб поменьшить вышиню падения. При этом нельга выставлять у боки руки ти ноги. У гэтым выпадку яны примают на себе всю силу удару. Лепш сгруповаться, а падать на бок, каб позбегнуть падения на спину и удару потылицей.